Людмила Владимировна всегда с трепетом ждет выступления малышей из детского сада. У нее 11 внуков, и как бабушка она чувствует волнение маленьких артистов. У них у каждого своя, конечно, программа, свои песни, свои настрои. И красиво, приятно так на душу ложится их исполнение. Детские представления всегда отличаются разнообразием концертных номеров. Мальчишки и девчонки выразительно читают стихи, разыгрывают сценки и задорно танцуют. А песни хоть и отличаются от тех, что пели в свое время бабушки, но напоминают зрителям их далекое детство. И есть релические, есть про любовь, есть про природу, про весну. И больше патриотические. Недавно выступали детки. Патриотические песни пели очень хорошо. В этот раз концерт был приурочен ко Дню матери и празднику осени. Дети представили зрителям музыкальную постановку про осенний лес и его сказочных обитателей. И тогда ясным солнечным деньком небольшие концерты детсадовцев в Центре социального обслуживания стали уже доброй традицией. Воспитатели вместе со своими подопечными приходят к бабушкам и дедушкам накануне больших праздников и показывают новые творческие номера. Считаем, что общение именно такое детей со старшим поколением положительно влияет на их воспитание, развитие. Каждое выступление зрители поддерживали громкими аплодисментами. Ноги сами пошли в пляс, когда бабушек позвали водить хоровод и поиграть в увлекательную игру. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров 24.